Нецензурно ругающаяся Лия Ахиджакова выйдет на сцену последний раз в сезоне. Сегодня в театре «Современник» состоится последний в этом сезоне спектакль «Первый хлеб», поставленный польским режиссером Бениамином Коцем. Главную роль в нем сыграла 83-летняя Лия Ахиджакова, которую теперь обсуждает все театральное общество и даже генпрокуратура. В надзорный орган обратилась общественная организация «Офицеры России», которая увидела оскорбление ветеранов в одном из монологов народной артистки. Согласно роли, постаревшая Лия Меджидовна приходит на могилу своего мужа, погибшего в Афганистане, и ругает его нецензурными словами за то, что мир и любовь, за которые он боролся, так и не наступили. Ветераны, которые якобы присутствовали на спектакле, сочли высказывание прямым оскорблением всех тех, кто участвовал в военных сражениях. В самом же «Современнике» считают, что зрителям была показана история про людей, которые не умеют жить счастливо, а может просто бояться.